Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелова Борис, и сегодня я бы вам хотел рассказать, как избавиться от долгов и кредитов. Сразу говорю, что это не волшебная кнопка бабло. Здесь в любом случае вам нужно будет выполнять простые вот такие требования лично к себе, не ко мне. Мне ваши деньги абсолютно не нужны. Я хочу помочь именно тем людям, которые испытывают такие проблемы. О чем я буду рассказывать? Я снова буду рассказывать о суперкопилке и о том, как я начал буквально год назад. И сейчас, если посмотреть мой график выплат по выплатам дошел до $162 в неделю. $162 в неделю. Ну, пускай будет это такой дополнительный доход, но это мой основной доход, потому что работаю я в интернете и на работу по найму я никуда не хожу, я больше нигде не работаю, как в интернете. Так как сделать так, чтобы у вас такое получилось? Сразу скажу, что это не за один день и даже не за два дня и не за месяц, и это не волшебные криптовалюты, это не волшебные системы, которые вам предлагают в интернете использовать для того, чтобы обогатиться буквально за месяц там со 100 рублей получить миллион. То есть такого здесь не получится, но в любом случае слушайте внимательно. Итак, что нужно будет сделать? Нужно будет только 10% своих денег сберегать, откладывать и приумножать. Для этого существует суперкопилка. Что такое суперкопилка? Суперкопилка – это касса взаимопомощи. Касса помощи людям. Здесь только люди, здесь нет никаких организаций. Здесь все живые люди, и каждый себя друг друга финансирует. То есть сначала отдаете вы, потом отдают вам. Вот таким вот образом. Выплаты каждую неделю. На каждой неделе есть своя доходность. Доходности вы можете увидеть непосредственно, когда зарегистрируетесь в кабинете. После регистрации в кабинете вы получите свой бонус $10. Да, сразу получите $10, и через неделю $7.99, $8 вы можете вывести. Но для этого нужно пройти верификацию. Если же вы серьезно решили подойти к вопросу погашения своих долгов, кредитов, суперкопилка – это ваш выход. И получается так, что многие воспринимают не всерьез, опять ищут волшебные системы, но я точно знаю, что если у вас есть возможность, например, откладывать 10% от своего заработка, от своего дохода, точно через год вы выйдете на более-менее нормальную сумму. С учетом того, что когда вы зайдете в суперкопилку, я уже сказал про бонус $10, и здесь есть еще бонус $20. Почему я акцентирую именно на этом? Вот именно хочу сказать, как я все начинал. Я начинал с $20, $30 я получил от суперкопилки. Потом построение графика мне помогал консультант. Обязательно после регистрации сделайте звонок консультанту. Консультант у вас будет в кабинете, и консультант у вас работает на Телеграме. Ну, в любом случае, вам придут письма, в которых будут данные консультанта. Он обязательно вам позвонит по телефону и скажет, что он с суперкопилки. Что нужно сделать далее? Следовать инструкциям консультанта. Именно вы заходите, регистрируетесь, получаете $10, пополняете свой кабинет на $20, и $20 вам еще суперкопилка, ну даже не суперкопилка, а сообщество, именно люди вам еще дополнительно дадут при распределении по графику выплат. Именно с этих денег я и начал. То есть вы видите, что вклады программ $1864. Вроде $50 и $1864, откуда они взялись? Они взялись от моей активной работы, то есть кроме $20 я ничего не инвестировал. Но у меня получается так, что ко мне приходят люди уже со своими интересами. Те, кто не хочет приглашать, значит, получают здесь деньги без приглашений. Те, кто
умеет приглашать, либо заинтересовывает людей, либо он, например, сделал свой результат, люди увидели, они сами к нему присоединяются. Но все равно всю работу, основную по распределению, по графику выплат, здесь делает консультант, консалтинговый центр. Как здесь еще дополнительно можно получать свои бонусы? Писать отзывы о полученных выплатах, участвовать в конкурсах, участвовать в многочисленных акциях, которые проходят в суперкопилке. Все это вам расскажет консультант. И есть еще 8-уровневая партнерка. То есть здесь это все можно сделать. На моем примере вы можете повторить вот те же самые действия. И, возможно, у вас будет не $160, а именно намного больше. Почему такая сумма небольшая? Она буквально через 3 недели она сменится. Там будет $180, далее потом 190 и так далее. То есть потихонечку я наращиваю. В любом случае, я считаю, что 600, сколько там получается, 160, и еще два раза по 160, ну, 320, 640 долларов, достаточно хорошая сумма, чтобы ее получать уже в интернете. Не терять деньги, не искать волшебных кнопок бабло, а именно получать в интернете. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете обратиться ко мне. Контактные данные будут под этим видео. Ссылка на регистрацию также будет под этим видео. Регистрируйтесь, получайте свои бонусы, связывайтесь с консультантом и начинайте строить свой пассивный доход. А на этом пока заканчиваю. Всем привет!